Калужске завершился сбор предложений от населения по благоустройству общественной территории в рамках программы формирования комфортной городской среды. Жители представили свое видение на то, какой объект массового посещения необходимо улучшить в первую очередь. Результат этой работы, конечно, он есть, однозначно есть, поскольку уже не общественная комиссия, а непосредственно жители занимались. То есть можно с правом уверенностью заявить о том, что те территории, которые будут внесены для голосования, выбирали именно жители, именно те люди, которые, еще раз повторюсь, активные жители нашего города. На заседании общественной комиссии в присутствии представителей СМИ урны с предложениями от населения были вскрыты. Волжане проявили активность. Предложения жителей оказались разносторонними. Упоминались и парки, и дороги, даже метро, аквапарк и Макдональдс. Итоговые результаты таковы. Всего от жителей города поступили 1819 предложений. В тройку лидеров общественного признания вошли сквер в микрорайоне Машиностроитель с результатом 115 голосов, Центральная площадь или в народе площадь Пушкина – 452 предложения. Наибольшую поддержку получило благоустройство тротуаров по улице Ленина с результатом 633 голоса. Именно эти три общественные территории войдут в бюллетень для голосования. 18 марта волжанам предстоит отдать свое предпочтение одной из них. Территория, получившая наибольшую поддержку жителей, и будет благоустроена в 2018 году. Однако впереди еще одна важная процедура. Эти территории будут визуализированы, то есть будет выполнен дизайн проекта, и на общественных обсуждениях 26 февраля будут обсуждаться, приглашаются все заинтересованные у нас активные жители нашего города, службы на проведение этого общественного обсуждения. Общественные слушания будут организованы в зале заседания городской администрации. Обсуждение пройдет в формате диалога. В нем может принять участие каждый желающий. Анна Степанова, Евгений Бережной, Антон Макаревич, Волжск, 24.